Раньше жители Перхушково возили своих детей в сад за 3 километра от дома, в Юдино. Но совсем скоро столько времени на дорогу им тратить не придется. Запись в новый рядом с домом уже началась. 3-этажное здание в ЖК «Равновесие» рассчитано на прием 360 малышей. Его оснастили всем необходимым для гармоничного развития воспитанников. Дошкольное учреждение будет работать по модульной образовательной программе. На нашей базе будет располагаться STEM-лаборатория, как мы ее уже называем. Что такое STEM-лаборатория? Это наука, математика, пространственное мышление будем развивать у деток, науки математические, практические, что будет способствовать вот полному развитию ребенка. Просторные игровые и спальные комнаты, помещения для кружков, музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда и медблок уже ждут ребят. Готов к работе и пищеблок. Техника работает, вся, абсолютно вся техника. Для мясной продукции, для картофелечистки, ну, даже термосильные машины, печь для выпечки, посудомойка для котлов отдельно, холодильные установки. Возвели важный соцобъект в короткий срок, всего за год. Осталось только получить лицензию на образовательную деятельность. В апреле садик торжественно откроется. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».